Всем привет, меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Давно не виделись, простите, извините, жутко некогда, я надеюсь, скоро я со своими делами расправлюсь. Сегодня распаковка с любимого василька. В этом мешке у меня приданое, сейчас объясню почему. Попробую очень коротко. У меня дочь учится в 9 классе, решила она пойти в 10-11, но тут как-то месяц-полтора назад она мне сказала, что поедет в соседний город учиться туда, и получится, что через 3 года у нее уже будет образование, а не через 2, просто 11 классов. Я полностью поддержала, ну и, конечно, я же ее не отпущу с пустыми руками. Вот этот мешок чисто для нее. Давайте посмотрим, что я там заказала. Да, кстати, чуть не забыла. Кто-то все время переживает насчет моего покрывала, что я какие-то там грязные мешки ставлю на него. Не переживайте, через час после съемок оно уже будет выстирано. Ну и первое, что ей будет обязательно нужно, это одеяло и подушки. Смотрите, взяла кашемир, они очень дорогие, получаются две подушки по 1050 и одеяло за 2500. Я все время брала самое дешевое, но на сайте есть и подороже. И как известно, что чем дороже, тем качественней. Конечно, бывает не всегда, но надеюсь, в этом случае будет так. Так, смотрите, подушка, 100% хлопок, это ткань чехла, наполнитель чехла, козий пух 50% и полиэфирное волокно, это вот как раз вот эта вот тканюшечка верхняя. Ну и внутренний наполнитель, это полиэфирное волокно, как и везде. Все шовики абсолютно ровные, вы посмотрите, как сшито, качественно. Нигде машина не пропустила ничего. И швеи выполнили свою работу обалденно просто. Кашемировое одеяло всесезонное взяла и размер 2 с палку. А вот уже у одеяла ткань чехла 100% хлопок, но наполнитель действительно из пуха кашемирских коз с полиэфиром. Ну и также 50 на 50. Сорт первый. Все уголочки идеальные, строчечка ровная, нигде нитки не торчат. Ну и вообще класс. Присылали мне в одно время, я думаю, вы все видели. Такое видео у меня скандальное было. Я была вообще там в шоке просто. Могу ссылочку оставить. Кто не смотрел, загляните в описание, там будет. Ну и, конечно, нужна постелька еще. Взяла 3 комплекта. Разумеется, сатин 100%, с большой широкой европростыней и чтобы все было на молнии. Если кто-то еще думает брать бязь или сатин, или поплин, или перкаль, посоветую, конечно же, сатин. Больше ничего уже не беру, потому что всем ясно уже, что сатин – это самая нормальная постелька, самая долговечная. После стирок рисунок остается на месте, и она не электризуется. Да, сатин дороже всех остальных тканей, но это объяснимо. Это то же самое, как идешь в магазин, и если выбирать между майонезом, то на дешевые мы вообще не смотрим. То есть мы выбираем из нормального майонеза, чтобы потом и еду не испортить, и себе настроение. Например, кроме Рябы и Слободы, мне вот вообще никакие майонезы не нужны, я на них даже не смотрю, на самые дешевые. И тут также, тут мне Бязь вообще не нужна, только Сатин. Для себя же любимых берем, тем более для детей. Расцветку выбирала доча. Вот, в принципе, это весь комплект такой. Наволочки, простынка и пододеяльник. Вот единственное, что у простынки нет сердечек, а у пододеяльника есть. Этот комплект тоже очень красивый. Вот такие цветы обалденные. Простынка простенькая. Ну и поддеяльник двухсторонний. Ну вот и третья красота. Вот такая простынка розовая. Пододеяльник серенький. Двухсторонний тоже с розовым. Ну и как же без полотенец? Взяла ей подножки 50 на 70. Они отличаются толщиной, аж 700 грамм на квадратный метр. Прямо толстое-толстое полотенце. Для ванной вообще круть, у меня такие же 4 штуки, у каждого свое. Ну а дочке я на сменку взяла вот такое еще. Хотела еще нормальные большие полотенца ей взять, но получилось так, что на сайте 70 на 140 нету просто. 50 на 90 самые большие, и то вот одного цвета ухватило. Ну, подумала, хотя бы эти возьму. Эти они небольшие, как ножные, только на 20 сантиметров подлиннее.
Вот. Но у меня есть еще как раз с этого же василька дома свои полотенца. Я ей две штуки как раз и отдам. Вот они у меня с прошлых распаковок остались. 70 на 140. Вот они-то уже как раз большие. Вот смотрите, какая примерно разница. Полотенца всегда беру Туркменистан, потому что у Узбекистана махра сама потоньше. То есть там еще грамм на метр меньше получается. Они прям действительно ощутимо потоньше. Поэтому люблю Туркменистан, кто бы мне что ни говорил. Ну а теперь переходим плавненько на кухню. Взяла и вот такие махровые салфеточки. Вместо тряпок вытирать столы, там чего-нибудь еще. Очень классные, махровые она очень любит. Больше, чем вафельные. Она говорит, что они лучше впитывают. Вафельные ей не надо. Еще, возможно, скатерть пригодится. Не знаю, какой там будет стол. Взяла 150 на 180. Разные есть размеры, конечно. Она хэбэшечная. Не знаю, будет удобно, неудобно, когда залапаешь. Ну, посмотрит. Вот такой рисуночек у нее. Ну, еще она попросила вот такой костюмчик для сна. Красота. Выбирали с ней вместе. Думали между двух, выбрали все-таки этот перчик. Она очень давно хотела не шортиками, а штанишками. Я не знаю, почему ей приспичило штанами. В штанах спать не знаю как. Ну, в общем, это ее дело. Надеюсь, всего этого ей хватит на 3 года. Я думаю, она ко мне больше и не вернется. В августе уедет, и все. Ой, уже слезы. Соберись, тряпка. Как быстро дети растут, ужас. Ну ничего, мы к ней будем все время ездить, созваниваться, постоянно на контроле, так что я не переживаю. Ну и единственное в этой посылке, что не для дочери, прихватила шорты мужу. Они у него изнашиваются вообще постоянно, быстро, и поэтому взяла вот такие прикольные с акулами, я думаю, ему понравится. Ну, костюмчик вроде подошел, она у меня 42-го. А я ей взяла 44-й. Ну, а если кому-то нужно, поставьте на паузу. Вот по этим номерочкам можно найти нужный товар. Ссылочку на любимый Василек я оставлю в описании. Также оставлю в описании ссылку на то видео, про которое я вам говорила. Ну, а на сегодня у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем спасибо. Пока-пока.